Что нам показывает фильм «Дурак»? Во-первых, фильм «Дурак» не показывает рабочих. Кстати, так же, как и фильм «Завод». Потому что профессиональная деятельность и в том, и в другом случае – это только антураж, это фон, это декорация. Фильмы Быкова не показывают рабочих хотя бы потому, что сегодня рабочие проводят на работе по меньшей мере треть суток. А рабочие в фильмах Быкова проводят на работе и за работой не больше, чем в фильмах других режиссеров. Быков рабочих не показывает. В лучшем случае он о них рассказывает. Примерно так, как в фильме «Коммунист». В фильме «Дурак» нам показывают алкоголиков, чиновников, пару сотрудников ЖКХ и семью одного из них. Что характерно, отношения между всеми этими людьми выражены одной короткой фразой, озвученной в данном фильме. Неужели ты не понимаешь, что мы живем как свиньи и дохнем как свиньи, только потому, что мы друг другу никто?